Я вам приоткрою одну вещь. Правда, сейчас полпаса поедет к невропатологу от того, что я вам скажу. Но... Давайте, эксклюзив, мы всегда да. ждем. Значит, всегда знаете, готовы. Что они завершили секретную часть переговоров кое с кем за границей и начнут покупать энергоресурсы в России. И они это не делают сегодня. Почему? Как вы думаете, они будут делать после выборов? Для того, чтобы не разочаровать проевропейский электорат. Они же нам все эти годы что говорили? Что мы, чтобы спастись от зависимости России, кумпарем майском, Русь, оно не мое шантажазы, Кремлин, оно мое инфлюенсазы, секуритати, энергетика. Так они нам объясняли самый дорогой газ сегодня, электроэнергию, да? Значит, я вам скажу, что они уже сами собираются покупать. Так это не эксклюзив, господин Усатый. Это министр Парликов заявил несколько месяцев назад. Послушайте, министр Парликов как заявил? Ну, как? Что Молдова может опять может, покупать энергоресурсы. Может, а еще раз я говорю, а они преступление, знаете, в чем ихняя сегодняшняя власть? Радик, не в том, что сказал Парликов или говорит сейчас Усатый. Преступление в том, что они это могли сделать намного раньше. Да. Но из-за того, чтобы не разочаровать Майя Санду, чтобы не потеряла право электорат во время предвыборной кампании, потому что электорат за это накажет, их электорат. Те, кто против них, и так за них голосовать не будут, понимаете? А ихний проевропейский электорат задаст вопрос, пустой Олег, а мы что-то эти годы платили к Сишим Субшантеру, а вы сейчас подписали. То есть этот договор бы Майю Санду бы обрушил, поверьте, максимум до 12, у него она бы набрала в первом туре максимум 12-15%, если бы они это сделали. То есть что, опять же, из-за политического интереса, из-за личного рейтинга, они сегодня, вместо того, чтобы подписать этот договор полгода назад, год, они это будут делать только после президентских выборов, для того, чтобы сохранить власть. Это преступление. Pot să mărturisesc, deci pot să spun acum, să anunț că am primit săptămâna asta o invitație din partea Gazprom să vin la discuții în Sankt Petersburg. Acum, sigur că subiectul este foarte sensibil și urmează să coordonăm și cu domnul prim-ministru vizita și pozițiile, dar noi vom face tot posibilul pentru tot ce depinde de noi, pentru a reitera și pentru a avea această, spunem, să ne asigurăm că fluxurile de gaze sunt stabile, consumatorii sunt asigurați și este stabilitate și în regiunea transnistreană.